обвинение нам, я еще раз вам, ваша честь, доложу, что не перепределял, сам предъявлено было только вот это одно обвинение. Сейчас у нас фигурирует материал по уголовному делу, мы просто ее увидели тогда, когда стали ознакомиться с материалом дела здесь уже в суде. Нам такая сумма не перепределяла. Да. То есть вот там было предъявлено обвинение один раз, 2 декабря 2015 года. Поэтому я считаю, что органам следствия материал уголовного дела сфальсифицированы. И по данным обстоятельствам дело, конечно, подлежит возврату прокурору для устранения всех этих недостатков и привлечения соответствующих сотрудников к ответственности. Кроме того, что материал дела сфальсифицированы. Вот здесь в обвинительном заключении указано, мы будем разбираться еще с этим. Хорошо. Вкладчики, потом еще дополнительно, недополнительно, которые пропущены, приходили еще. Это дополнительная сумма, вот она набралась. Кахунову шли еще дополнительно после декабря месяца. Вот это я знаю, потому что я была в инициативной группе. Люди, которые не приходили, они приходили с... Вот новые это самые вкладчики. Так что эта сумма может быть вот такая сумма. Информационное агентство «Татаринформ». Полная и достоверная информация о Республике Татарстан.